Привет, друзья! Вы на канале «Классная рыбалка» с Алексом. В общем, мы с Валерой выехали сегодня на рыбалку на щуку. Но этот заливчик вы уже знаете хорошо по предыдущим видео. Ну, в общем, обычно я ловлю здесь по первому льду. Но так как сегодня должен быть сильный ветер, и он чувствовался, в принципе, даже ночью в Харькове, да, мы решили на открытую воду не выходить, а попытать свое рыбацкое счастье в заливе. О, кстати, за ветер вспомнил, он и появился. Порывы неприятные. Ну, в общем, успешно расставили жерлицы. Там с интервалом где-то метров 25 между ними. Ну, раскидали практически два десятка по всему заливу. Ну, чуть больше, там 23 жерлички выставили. В общем, посмотрим, что оно будет. Сейчас выпьем чайку. Отремонтируем одну жерлицу. Сразу же зацепили за бревно затопленное. Оборвали. Ну, надо будет все равно в 3 метрах от того бревнышка ее выставить. И займемся ловлей окуня. Так что так, оставайтесь на связи. Дали буды. 6.40. Просверлили мы 25 лунок заряженным аккумулятором. Лед 62 сантиметра. Ну, 3 деления показывают. Сейчас еще лупанем под окуня. 150-м буром. Так, где у нас окунь будет? Назначаем его здесь. Шнек 62 или 65 сантиметров уходит полностью. Всю длину шнека уходит. А, толщина льда. Я что-то не вижу, чтобы она и мотала. Она просто мотает сейчас. Ничего там не мотает, стоит. Как у волка на морозе. Желание. Оп, стоп. Стоп. Сейчас посмотрим. Кто у нас там резал? Небольшой нарезал. Небольшой нарезал там. Может, судак? Может. Нет, судак обычно дергает вот так. Дын-дын-дын-дын-дын-дын. Ну, ты у нас опытный по судаку. А я по спиннингу помню.
Я думаю, такое что-то около килушечное. Хотя, может, чуть больше. Посмотрим. Ну, захватило хорошо. А, закрывающие, да? Нормально, что. Ну что, поздравь меня. Все-таки думали отсюда сваливать. Пиявка хом, да? Да. Ну мелкая, конечно. Мелкость чуть-чуть. Симпатичная. Ну, Валерий Яныч, без всякого, но дуже маленький. Плыви. Там нет. Дурко. Следующая твоя. Вот так мы делаем лунки. Делаем вентиляцию водохранилища. Толщина льда от 50 до 63 сантиметров. О! Ага. Я же говорю, к боку прижимать. Да вот уж наприжимал. А ну посмотри, там уже аккумулятор уже разряжен. Разряжен, да? Я не знаю. Поверни. Он уже еле... Да, он уже еле вращает. Сколько мы там лунок лупанули. Сейчас я принесу тебе. Угу. Когда уже почти разряжен, понял, нужно в конце не придавливать, а чуть-чуть даже поднимать. Я и наоборот вытаскивал. Угу. Он на самом последе, на проходе. Ага, подклинивает, да? Ух, да, и руку вокруг. Ну да, если бы тоньше, потоньше лед был, я думаю, оно без проблем. Но благо у нас есть еще один. Руку не травмировал, Валер? Да, чуть-чуть крутой. Чуть-чуть, да? Нормально. Сверлит, короче, на ура. На водохранилище в заливе просто шикарнейшее. Солнышко светит. Абсолютное такое, знаете, ощущение весны. Ну, с рыбой, конечно, вот фактически уже за 3.5 часа только одна сработка жерлицы, одна поклевочка, что на самом деле очень-очень мало. Насверлили даже по окуню, я вам скажу больше. Я знаю, что тут его в заливе окуня валом. Мы ловили, в принципе, там за 2-3 часа до 5 килограмм там, на человека. Совершенно спокойно, без напряга. Ну, сегодня пока что ни одного окуня не достали. Хотя просверлили лунок только по окуню до 30. Плюс Валера еще сейчас вы видели он полностью, вот, посмотрите. Видите? Полностью по периметру
фактически понасверлил луночек по окуню, по свалу. И пока что толку ноль. Есть, конечно, ощущение того, что мало кислорода в воде, и, видимо, идет разложение водорослей, и рыба крайне неактивна, то есть совсем неактивна. Погода сегодня по щуке просто шикарна. Поклевок, ну, одна, вы это видели. Ну ничего, как бы посмотрим, поживем, увидим. Мы вообще думали уезжать. Все-таки так решили, чтобы не бегать с места на место безрезультативно. Вот это вот решили остаться, и одна сработка на место будет. Ну что, как у тебя тут дела? Привет, я пойму. Отлично. Ну, короче, поклевок и тут нету, да, пока? Так, ну что, рыбалка, в принципе, по щуке. Валер, наверное, там лучше. Там глубоко будет. Там, где мы заходили, там есть смысл. Рыбалка по щуке подошла к концу, поклевок не было, точнее одна. Соответственно, перебазируемся. Толщина льда. Толщина льда от 50 до 63 сантиметров. Точнее, самого льда монолита где-то в районе 30 сантиметров. Все остальное спрессованный снег, многослойный. Местами карась сдох в лунках. Клёва, соответственно, не было. Поэтому с щукой на сегодня заканчиваем. По заливам, в заливе здесь делать по большому счету нечего. Полдвенадцатого стали собираться. За все время одна поклевка была, вы видели. Небольшой щукарик, ну ничего. Сейчас попробуем, посмотрим, может быть получится. Хотя уже поздно, 12 часов. Ну, может, получится немножко плотвы подловить. Так что оставайтесь на связи.